Всем привет, меня зовут Артем, с вами канал Автозвук своими руками. Я устраивал голосование в публичной странице Автозвук своими руками. Большинством голосов победил обзор данного головного устройства. Значит, у него сзади 4 выхода РЦА, причем тут четко обозначено, что 2 канала это сабвуферные выходы, то есть они уже фильтруются, и 2 это выход на ТЛ-овые динамики, ну то есть полная полоса идет. Плюс здесь еще аудиовыход есть. Ну и стандартное гнездо. Предохранитель под штекером. То есть вот так, если выдернете, здесь стоит 10 ампер предохранитель. Он под штекером. На пионерах он рядом. Также антенное гнездо. Полноразмерный он. То есть в нем есть CD-привод. Внешне выглядит вот так. Включается вот этой кнопкой. По умолчанию у него тут просто радуга. Он моргает разноцветными цветами. Это самый его огромный плюс, что у него много-много цветов, и на этом как бы его плюсы и заканчиваются. Ну, звук неплохой, причем бас такой насыщенный у него. Есть у него офигенная такая кнопка, которая называется Мега Бас. Вы когда нажимаете, там включается супер-пупер бас. Ну, кнопки все, в принципе, подписаны, тут как бы даже пятиклассник разберется. В настройках, то, что касается звука, а это у нас в первую очередь, да, есть пресеты эквалайзера, то есть свой там и все остальные вот эти популярные. И также можно выключить. Потом пятиполосный эквалайзер, тут вообще непонятно, это как-то обозначено все. Бенд 1, бенд 2, бенд 3, 4, 5. Я не стал выяснять, то есть это нужно, ну, ставить шумомер, смотреть на какой полосе горбит, и тогда узнаешь. Я не стал заморачиваться, потому что, ну, нет смысла. Если бы это была процессорная башка, там было бы все нормально. Здесь, ну, ничего вообще нет. Дальше, что здесь еще есть? Ну, баланс, как обычно, фейдер, вперед-назад. Уровень сабвуфера, то есть от минус 2 до плюс 2, вот всего лишь такой вот уровень. И мегабас. Включить или выключить. То есть то, что делает эта кнопка, здесь продублировано зачем-то, непонятно. Я бы не стал этого делать вообще на месте Sony. Не знаю, кто там у них все это делает. Вот и все, в принципе. Что еще хотелось бы отметить? Те 2 выхода, которые идут на сабвуфер, 2 RCA выхода, они сразу фильтруются головным устройством. Примерно на 150 Гц. Я могу ошибаться, но я просто, ну, смотрел АЧХ, когда динамики мерил, просто так ради любопытства попробовал. Подключил сабвуфер и включил розовый шум. И спад начинался после 150 уже верхних частот. То есть low-pass фильтр здесь постоянный, никак его не изменишь. И на вот те 2 черных выхода, которые идут, видимо, моносигнал на сабвуфер, он порезан 150 и все там. По-моему, второй порядок примерно по спаду. Плюсы этого прибора. Больше его никак не назовешь. То, что у него есть диск, флешка и AUX. Больше я плюсов в нем не вижу. Ну и симпатичная мордашка еще, да, по современным трендам. И плюс подсветки разные, можно менять эти подсветки. В общем, вот такая вот башка. Ну, просили обзор, вот вам обзор. Функции, как бы, я считаю, что все показал. Треки читает хорошо, переключает быстро. Громкость максимальная 50 здесь. Гнездо для флешки вообще как в каком-то, не знаю, космолете. Вот так закрывается. Карбоновая панель вся каким-то карбоном, что ли, обклеена такой. Ну, интересный такой. Внешний вид симпатичный. Но на этом все. То есть это головное устройство начального уровня. Я не знаю, сколько он стоит. Сейчас гляну в интернете и подпишу под видео цену. Ну, я бы для себя любимого, я бы не стал такой покупать. Ну, лет 5 назад, да, может быть, для меня было бы пределом счастья. Сейчас мне такое головное устройство уже не катит, скажем так. Сейчас для меня минимум Kenwood 300. Минимум. Если у вас есть Android,
Айфона у меня, к сожалению, нет. Вы можете попробовать подключить его. Подключен как медиаустройство, у меня показывает. Запускаю. То есть, ну, разблокировал телефон. Пока не разблокируешь, он не читает, не хочет читать. Вот он подключился в режиме обмена файлами. Играет именно головное устройство. Считывает файлы с телефона, как с флешки, и играет их само. Ну, звук неплохой. Для такого уровня головного устройства неплохой. Единственное, флешку, ну, долговато читает. Android вообще очень долго. Ну, на мой вкус, может, я сильно придираюсь. Сколько? Секунд 8, наверное, прочитал. Я для себя выяснил, что головное устройство так себе. И если вам нравится только внешний вид, ну, можно взять просто какую-то другую модель, где хотя бы фильтра есть. Хотя бы high-pass фильтр где есть. Ну, внешний вид, чтобы был похожий. Это головное устройство, повторяюсь уже в очередной раз, начального уровня. То есть это просто, ну, грубо говоря, затычка. Никаких настроек в нем нет. Это радиоприемник в такси. Все. На этом считаю обзор законченным. Если вам такой обзор понравился, ставьте палец вверх. Если не понравился, ставьте палец вниз. Но все равно подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Все, всем пока.